Итак, всем привет. Вы сожгли свой сабвуфер, он больше не играет. Пацаны, не беда. Покупаем новый. Ну, если серьезно, так, сегодня у меня есть убитый сабвуфер FX30. Ой, какой он хоть, блядь. FX30. Есть сабвуфер FX30. Решил заказать ремкомплект и восстановить сабик, который провалялся около 2 лет. То есть корзина и магнитная система у меня есть. Ну, плюс диффузор, плюс колпак. Валяются и ждут оживления сабвуфера. Это будет небольшой проект. Ну, короче, движуха небольшая будет. Покажу на данном сабвуфере, как можно его слегка протюнить. А потом буду еще тюнить свой магнум. И спалим катушку у магнума заодно. Так, ну давайте по бырику. Короче, заказано все диффузор СПБ. Спасибо пацанам, потому что провели хорошую консультацию. Я заколебал их своими вопросами. Я думаю, сам отвечаю на многие вопросы. Так, ладно. Отправили парни. У них 2 отправных дня. Это пятница и вторник. И в течение двух дней они подготавливают заказ. То есть вы заказали, в течение 2 дней вам его приготовили. И если вы попадаете во вторник или на вторник или на пятницу, то вам заказ отправляют сразу. Транспортной компании, конечно, там все будет проблематично. Блин, они даже коробку заклеили зачем-то. Короче, сейчас. Транспортной компании все будет проблематично, потому что они за услуги доставки транспортной компании возьмут, то есть они вызовут курьера, который возьмет допом еще за доставку до транспортной компании. Так, ладно, давайте. Ух ты как, ребята. Так, это у нас мерамидные шайбы, если правильно называю их. Ну, короче, они такие тканевые, у них собственное производство. Ну, я скажу, шайбы вообще четкие. Вообще супер шайбы. Ну, хруст есть небольшой, но я думаю, это все поправимо. Что могу сказать из плюса? Очень большой плюс, потому что я заказал для данного сабвуфера 2 шайбы по 350 рублей. И как сейчас я вижу, их 3. Очень рад. Очень я этому рад. Дальше. Ух ты. Катушка у нас звуковая приклеена, что ли? Катушка звуковая у нас приклеена в коробочке. Упаковано все вообще супер, просто супер. Ух ты, у нас тут еще и жесткость есть. Все в антистрессовой пленочке. Так, вот такая у нас еще втулочка. И вот ихние катушечки. Сразу с первого взгляда вам скажу, что катушка вообще отличная. Просто идеальная. Данная катушка на FX стоит... Так, стоит она у нас 2000 рублей. Шайбы такие, по-моему, по 350 рублей. И еще заказал ихний клей. Ихний клей. Для сборки саба. Опять же, у нас все приклеено. Так, это у нас интерборд. Это у нас полный аналог Affix 407 или 707, по-моему. Ну, которым сабы обычно собирают. Как я почитал, это, по-моему, обычный суперклей. Только что он двухкомпонентный. То есть вы его капаете, и у вас намного больше времени склеить деталь, нежели у вас вы будете клеить обычным клеем в супер. То есть мы наносим этот клей и уже активатором прыскаем, и он начинает, ну, ускоряет застывание.
Так, ну ладно. Так, за еще одну шайбу, конечно, им большое спасибо. Очень порадовали. Так, это у нас под 3-дюймовую катушку, все верно. Вот она четко встает. Катушка, я вообще поражаюсь, четкая. Смотрел тесты их катушек. Катушки выдерживают около 300 градусов. Ну, я скажу, конечно, вес у катушки такой внушительный. Сейчас еще померяем, сколько у них омность. Так, сопротивление. Вот это что-то я не понял. Все отлично. У данной катушки 2 плюс 2 Ома, как и заказывал. Так что на днях будем собирать. Жду, конечно, еще один девайсик. Так, еще забыл. Так, рулеточка. О, рулетки нет. Короче, рулетки нету. И при сборке саба в одном из следующих видео проверим, насколько крепко склеивает клей. Так, проверим, что еще проверим. Ну, увидите в следующем видео, короче, по сборке. Это чисто распаковочка у нас такая, с приятным бонусом. Большое спасибо Диффузор СПБ за дополнительную положенную шайбу. Очень рад. Катушка очень порадовала. Очень четкая катушка. По цвету покрытия меди, я думаю, что, ну, около 200, даже свыше 200 держит данная катушечка. Единственное, что я не вижу, это развальцовочку и проклеенный нижний слой. Но я надеюсь, она не свалится. Все-таки у вас опыт есть. Оригинальная катушка на FX стоит у нас 1600. Это стоит 2. Но я думаю, это получше. Чистая медь. Ладно, кто смотрел, всем спасибо. Ждем сборки. Всем пока.